тут сугубо на председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов поделился своими впечатлениями после поездки в Москву. На пресс-конференции спикер регионального парламента прокомментировал послание президента страны Федеральному собранию. Глава государства обозначил необходимость изменения законодательства, которое касается организации власти в стране. Некоторые органы самоуправления передали часть полномочий на региональный уровень, но это не повлекло за собой сокращение аппарата. Спикер не исключает, что есть вероятность укрупнения муниципальных образований для повышения эффективности их работы. К чему мы придем? То ли к объединению муниципальных районов, то ли наоборот к тому, что значительная доля полномочий будет предложена сосредоточить на уровне муниципальных районов, тем самым разгрузив от полномочий органы муниципальной власти поселений. Ну, покажет дискуссия. Все очень неоднозначно. Особое внимание планируется уделить жилищному строительству. Квартиры должны быть доступными для молодых семей. Президент поставил задачу, чтобы уже к 2017 году каждая российская семья, даже со средним достатком, могла позволить себе собственное жилье за счет ипотеки или других кредитных схем, при условии, что цены за квадратные метры упадут. Высокая стоимость жилья сегодня во многом определяется коррупционной коррупции, которая присутствует в отрасли вообще. Поэтому снижать надо стоимость квадратного метра жилья. Далее мы идем по пути повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и работаем над тем, чтобы заработная плата повышалась, и мы от этого не отступим. И при этом плюс еще механизм государственной поддержки ипотечного кредитования. Одним из факторов удорожания стоимости жилья является сложная схема выделения земли под застройку. Задача властей – сделать эту процедуру максимально простой и прозрачной. Анатолий Логинов, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.